Это диджей Vigilant, и я продолжаю проходить Quake 2 на PlayStation 1. Ну как проходить? Бегать? Прогулку у нас. Вау, эти лазеры. Типа много. Эти пустые. Вау, у вас тут много. Ой, блин, на всю броню. Броня попрать. Куда пошел? Я думал, в какую-то яму упал. Да, нам вот эту штуку надо взять. Ой, я вроде проскочил. Ай. Так, тут у нас что? Что у нас здесь? А, я тут пришел. Так, вот тут ракеты какие-то лежали. Пирамидка. Не забываем, что мы в пирамиде, да. Подожди-ка. А этот лифт не ведет ли к какому-то там чуваку? По-моему, тут не один, их тут, по-моему, полно. Как же я в детстве боялся их. А тут еще их двое, по-моему, ходят. Где второй? Здорово, я сзади. Вообще. О, блин. О, блин, это что? О, блин. Вот это рванул. Я охренел. Вообще. Блин, пулемет, они так раскручиваются. Это ублюдка мочи. Вау! Срочно нужны жизни, хотя бы немножко, хотя бы какие-то. О, спасибо. А где он? Все, что ли? Да ладно. Если я его дольше мочил. Ау. Да блин. Никак не попадаю. Черт. Это пускай там остается. Там же все. Ай, блин. Да блин. Всю жизнь мою забрал. Вот тварь. Сеть охраны неактивна. Ау! Так, мне бы жизни. Восьми. Нет. Вы, жалко, вы аптечки не рожаете. Уже выход? Так, подожди, я не хочу выход нажимать, я хочу ракетницу взять. Блин, а как они... Подожди с выходом. Так, аккуратно. Возьми. Может, тут какая-то... Да. Ага. Ракетница. Спасибо. Mission completed. А, вот где мы только вторли. Упс. Я не там закончил вторую серию. О, щет. Ну, бывает. Ну, я сохранялся. Так, станция. Найди ядро реактора и отключи его защитные механизмы. Основная цель... Уничтожить устройство питания строго. А, ну не основная, просто цель миссии. Что это? Так. Ч
Чё, кто там? Ух ты, нифига. Мачи это два. Ничего нет, не осталось. Там какие-то куски мяса. Офигеть, ладно. Так, тут закрыто, мы не пройдем. Опа. Чё ты там воюешь, а? Ладно, уже не спасибо тебе. Красные лазеры выключены, а туда зачем? Ау. Так, а мы перепрыгнем? Ай-яй, он визжит как женщина. Странно. Так и должно было быть или нет? Красный ключ, хорошо. Это что за морда там? Нет, не красиво. А как... Блин, я все равно попадаю. А, нет, не попадаю. Надо же подниматься. Кто там все... Непонятно. Женщины с ракетницей в руке. Но они тут не летают, странно. Или они и не летали? Вы нашли секрет, лифт? Секрет? Что за секрет, интересно? Я даже и не знал о нем. Просто случайно выстрелил. Средняя броня. А есть еще и большая, да? Вау! О, блин! Это он похож на из корпорации монстров, главный был директор. Почему-то мне напомнил, ну ладно. Так. А куда я пришел такой? Я ничего не пропустил. Так туда ведь не надо упасть, да? Можно упасть. Так, желтые лазеры меня не пропустят, ясно. Так, граната у меня уже полная. Не, мне туда спуститься надо. Ай, блин. Ага, понятно. Все. Мы там сократили, типа. Но тут ништяки были. Понятно, нам, значит, надо подождать здесь. Прыгать. Баба, не ой, женщина. Я же... Женщина, женщина. Девушка. Ай-яй, блин. Ракеты в лицо, на. Желтые лазеры неактивны. Лазеры. Полетели. Вау. Это что за нафиг? А, это есть какие-то. Где еще один твой дружок? Вы же парами летаете. Ладно, плевать. Один.
Куда ты, дед, идешь? Казалось, дверь как будто какая-то. А вам нужна дата CD какая-то. Не пустим, говорят мне. Хорошо. Я не могу убить. А он бьет больно, этот дед. А с жизнью вообще мало. Это тоже псих. Иди сюда. Дед, у меня есть что-нибудь. Свинзус тут бегает еще. Ух ты, а вот и Life CD. Так. Я диск взял. У них тоже диск канает. Вау, вот это броня. Тяжелая броня. Heavy Armor. Скопытился дед. Так, точно, дед. В ту сторону ты иду или нет? Тут даже ни меток никаких нету. Куда я вообще иду? Мне ж туда надо. Опа, найди включатель поля. Хорошо. Так, я туда взлечу, да? Ага, взлетел. Так, получается, в ту сторону нам идти нужно. Хорошо. О, блин. Вы нашли секрет. Еще тяжелый броня. О, блин. А эта пушка тоже не слабенькая. Railgun. Railgun. Где он? Вот. Фантастика, согласен. Вот дед с такими пушками ходит. Опять лазер, а? Сейчас убьют меня. Ау! Ау! Блин. Всю броню. Это типа дробовика. О, блин. Ну мощно. Не имею. Хорошо. Не знаю, с этим пулеметом я себя чувствую как в Думе. Как в Думе играю? Так, где же у вас это силовое поле отключается? Меня тут кто-то встречает? Да. Спрятался, дружок. Не хотел сюрприз порт. Так, тут можно наверх опять. Только зачем? А, обратно будет. Так, ага. Нет, так не работает. Силовое поле неактивно. Не ахти. Найди и включи насос охлаждения. Деда завалил, так. Мне вопрос привычки. Если что-то не знаешь, стреляй. Так, да. В это. Так,
Эта дверь закрыта. Да ладно. Ну, значит, сюда. Отключи насосы, отключи подсосы тут. Много чего. А, подожди, мы ж тут были. Точно. Там сейчас вот это вот. Ага, все понял. Куда идти? И в итоге мы сразу опять туда же вернемся. Мы, наверное, отсюда вернемся. Сейчас сюда зайдем, а оттуда через трубу придем. Извини. Сегодня нет. Нет, ноуп. А, у меня же еще ракетница. Стоит, проверяет свое оборудование. Где он там? Фантастика. О, две фантастики. Ковырнул меня своей. Загрузок тут... Загрузок тут немало. Ты сдохнешь? Сдохнул. А, у меня жизнь полная. Жизнь полная, я иду за аптечкой. Логика просто супер. Хорошо, что загрузки маленькие. Ау. Он еще стреляет из маленькой пушки. А в правой руке у него больше пушечка калибром была. Но он стреляет маленько. Так это там входит. У меня такое чувство, когда он берет аптечку, он говорит как будто роботским голосом «Excellent». Открылась дверь, а где открылась? Что за дверь открылась? Ну ладно, жизнь, ладно. Вдруг кому-то понадобится тоже она. А я все аптечки собрал. Даже не видел, кто там был. Так, это... А, нам как раз нужно отключить насосы. Как раз мы, видимо, рядом с этими насосами. А? О, дед. Когда по мне стреляет, мне больно. И это... Беспалевно. И что это я активирую? Там лава что ли? Так, жизнь полная. Благодаря этой пушке у меня полная жизнь. Пьем. Нейшн. Так, где этот дед? Где ты тут ходишь? Я ж тебя слышал, дед. Ау. Ненавижу киборга. А их тут полно. А это игра про киборгов. По сути. Бонус он заиграл. Ну грузи, грузи. Во! Ослепительный просто был чувак. На. Бежи ко мне. Я тебя... Ишь,
стрелят, помню. Каких-то только дверей нет. Да блин, народ бегал. Мачете буду. Еще, нифига их тут. Ау. О, блин. Как нам взять? Каких лестниц нету, а как мне взять? Ну ладно, не судьба. Так, наверное, сюда. Придется его убить в пятку. Вау, а я не знал. Ах ты, зараза, меня в углу подбил. Так, это не кнопка? Завлекает прям нажать. Кругами какими-то хочу. О, еще одна ходовая, намочу ее пока. О, он без ракет. А, нет, он с ракетами, но они у него не активированы. Вот. Броню мою тратит, видите ли. Че это такое? Ага, первый насос отключили. Хорошо. А где второй насос? Где второй насос? Я там ключ какой-то вижу. Блин, а как туда попасть? Да щет. Ну, видимо, не здесь где-то. Хрен. Может, там дверь открылась? Сейчас проверим. Вот это... А, зеленый горит. Бери. Там кто-то уже. Да. Куда я иду вообще? Блин, а вот тут, наверное, ядовитость. Так, я вообще где? Бомбы. Да блин, я не вижу. Вот ты. А, ну сюда и не надо было. Ха-ха. Ну ладно. Так, завалил я этих мурачков. Куда они ходят? Не рады то, что я куда-то иду. Да ладно. Это я сюда зашел. Ага. И теперь я ту дверь наконец-то открою. Маленькую такую. Которая два раза уже подходила, и она не открывалась, да? Вот здесь слева. Нет, не здесь. Вот она. Точно.
И тут второй насос находится. Я все понял. Блин, а вот блондинка бегущая. Не попаду никак. Так. Как пробить можно? Можно. Маскировка. Кто по мне? Кто? Ты! Всю броню забрал. Так. И толку от этой маскировки, когда по мне стреляли. Не понимаю. Найди и включи оба насоса. Зачем? Подожди, это типа как... Я сейчас упаду или что? Блин, надо было так упасть, а? А куда ж тогда идти? Оба насоса, говорит, включи. Может, я что-то пропустил? Здесь вот. Мне кажется, я пропустил что-то вот здесь вот. Да не попаду. Здесь ядовиты все. Воды у них тут. Блин, а куда же тогда идти? Подожди. А может, там был тоже какой-то... Может быть, я не знаю. Пойдем проверим. У меня просто идей других нет. Как? Пойти вон туда. Опять же. Опять по второму кругу. Просто мне кажется, я где-то тут... Включать их. Пропустил. Блин, бывает. Где-то я, мне кажется, пропустил включатель. И, наверное, где там, где был ключ, вот. Буч. Сейчас посмотрим. Других идей? Мимо. Так, вот здесь вот компьютеры не активируются, да? Так, я взял ключ, чтобы открыть дверь. Тут вот такая была одна штука. Чтобы там пройти, нам надо оба насоса. Подожди, а если я... Ты назад мне некуда, по-моему, возвращаться. Не, я не думаю, что здесь. Не. А, во, точно, во. Вот, и теперь я там... Пройду, да? Ну, она такая маленькая снизу. Вот почему пропустил. Щит. Ладно. И там, наверное, теперь винты сильнее крутятся. Типа. Ой, я не разбираюсь вообще. Беда. Ага, и теперь тут вон. А. Блин, это кислота. Это кислота была. Выпрыгивай. Кто ж знал, что это кислота? Мне показалась вода. И нифига даже не помогает значок Quake. Все равно кислота разъедала, по-моему. Ужас.
Нафиг, всю броню потратил. Можно было и не брать. Даже не успел пострелять, он в меня. Так. Ну это новая какая-то, мы здесь еще не были. Это радует. Как вот такой залазит? Блин. Маскировка? Зачем? Чего такое? Кто меня тронул? Кто меня там тронул? Так, ладно. Иди сюда. Ух, ух ты! Нифига вы шутите. Не куски мяса. Жетоны. Фе, встал. Просто мастер скрываться. Он просто мастер скрываться. Так, это куда идет вообще? Да, вниз. Все вниз, вниз куда. Потому что там к ядру Земли. Ну не Земля, а их планета дойдет. Так, туда можно, туда можно. Пойдем сюда. Я не знаю, куда идти. Еще ниже? Да. Куда еще? Ну, я не знаю, куда я вообще упал. Просто реальная жопа мира. У нас только путь вперед, назад не беда. Так, тут я... Трупак лежит? Подожди, это нигде. А, я же тут был, по-моему. Чё-то я не понял. Чё-то я не понял. Трупак лежит. Не понял. Точно, у меня такой... Мы точно были здесь уже? А откуда же... Опять там какой-то этот появился? Странно. Ничего не понимаю, подожди. А-а-а. Насосы. Что? Куда я попал, блин? Куда? Это я в самую... Это нифига себе мне сейчас идти. Все серьезно, что ли? Надо было в красный этот идти. Ой, блин. Пипец. Да ладно. Это мне столько туда пилить. Да ладно. Я заблудился реально. Чё, серьезно? Где я вообще? Поднимай меня. Ой, блин, это же было вообще давно. Это мы вот здесь насосы там отключали. Ладно. Ну так вот, мы здесь были, я там ходил, не стал записывать это по второму разу. И нам, наверное, просто в красную дверь, а не туда. Там просто возвращение. Просто. Так. А,
Вот здесь мы разбирались с кучей. Там броня слева видел, да? Но. Но когда я потерялся, до брони. Ну как потерялся? Так вот, мы возвращаемся. Ага. Точно, то я вспомнил. Мы когда, я когда сюда еще давно заходил, я сказал, что мы отсюда выпрыгнем. Точно, я отсюда и выпрыгнул. А тогда сюда нам куда? Это... Что я заблудился? Так, миссия. Реактор. Вернись к реактору, уничтожь своего пустыря. Что тут еще есть? Уровень за... А, да. О! Нам сюда и надо было, да? Ага. А, тут точно была дверь какая-то, не открывалась. О, она уже открывается. Все ясно, ясно, ясно. Забрал. Я и забыл про ту, дверь вообще. Да блин, куда ж ты падаешь? Не, подожди, там же была дверь. Или это не та? Щет, вот. Беда. А, вон. Тут реактор взорвался. И вот эта дверь, которая была закрыта. Ее разорвало. Ага. Фантастика. Ура, я наконец понял, куда идти. Блин. Давно играл. Я еще не помню, что. Во, конец уровня. Ага, разобрались. Шесть чуваков где-то бегают. Что ж, это был DJ Vigilant. Продолжим в следующей серии.